Ты выбираешь женщину рассудком, не сердцем и не голосом души. От этого становится мне жутко, как так умеют люди, расскажи. Она должна быть стройной и покорной, предельно ясной в мыслях и словах, и волосы, постриженные ровно, должны лежать покорно на плечах. Она должна всегда вставать с рассветом, готовить чай и поливать цветы и соблюдать любые этикеты в любой момент, как захочешь ты. Но это не пойдет тебе босая, по снегу дожидаться у ворот, не будет мокнуть, стоя у трамвая, забыв в квартире курточку и зонт. Не постучиться в дверь в ночи глубокой, сказать, что без тебя нельзя дышать, и если надо, будет очень строгой, и если надо, доброй, словно мать. И горько мне от этой дешевизны, набрав в ладонь посредственный букет, ты выбираешь женщину для жизни, как выбирают пищу на обед. Это тебе.